Пойдем со мной туда. Немножко назад и обратно вперед. Или постоишь тут? Куда? Туда. Не ожидала, что будет так вот интересно. Я боялась, что будет как в Токио. Одно здание на месте, если вот туда заходишь, посмотришь, что все пойдет дальше. А здесь в лабиринте это строение надо. Мне понравилось. Да, несмотря на то, что внутрь не пускают, снаружи это выглядит очень красиво. Да. Мне именно масштабы впечатляют. А я потом заметил, что камера не записывает. У нее, когда файл достигает 2 гигов, она отключается. Да, понятно. Я не знаю, в какой момент она отключилась. Ну, скорее всего, не очень давно. Нам нужно фонарь? Наверное. Я сама вот видела по городу, по городам нескольким. Я не знаю, что такое, но моя версия звучит правдоподобно. Ну, второе, что мне пришло в голову, это почтовый ящик. Есть фонарик, а это мало. Короткий путь к выходу, но это не наш вариант. Да, не наш. Обычный камень, но смотрится, да, еще круче.
отдыхать. Конечно, ну ты чё сейчас? Больно это. Ну я свою смазал этим кремом от воды. Ну я волос короче, нормально. А у тебя получается как шапка? Да, она как шапка, но... Она хотела обойти с той стороны. А солнце? Да. А может ей уже напекло? Смотришь, сколько народу. Интересно, ты для массажа мог? Ну сюда же в обувь приходили. Ну да. Это будем как-то низко. Come on, you are. Come on, you are.
Значит, она снимает, да? Да.